тяжело. Ну да. Ну, мне кажется, профессионалов высокого уровня, там, как вот ученых, там, может быть, музыкантов, те, которые приносят пользу стране, то нужно стараться, конечно, чтобы они жили дольше и чтобы были дольше работоспособными, приносили плоды. Вообще мне бы хотелось пожелать вот многим не гоняться за какими-то престижными денежными профессиями, а искать себя, находить свой талант в каком-то русле. И пусть он будет не такой престижный, там, не такой почетный. Вот. Ну, зато ты будешь профессионал. И тогда слава и деньги сами найдут вас. В Библии же сказано, у Бога на каждого свой план. Вот я написал пьесу, я вот чувствую, что это мое предназначение. Вот роль Лени Голубкова была, потом жена Наташи, потом вот кафедра драматургии у Михаила Филипповича Шатрова, где я учился. Это вот все звенья одной цепи. Вот это моя судьба, мое предназначение, мой крест. Поэтому нужно искать всем себя в жизни. Вот, и таким людям сейчас нужно помогать. Кстати, мне кажется, сейчас нужно вернуть передачу, там, вот, помните раньше, «Умелые руки» там, или «Деловые люди», где вот умельцы всякие, кулибины с глубинки, там, например, сенокосилку изобрели, которая работает на воде, может быть, там. Ну, всегда что-то придумают вот, новое и более эффективное. Вот. И давайте, так сказать, зеленый свет везде. Не просто так, что, ой, Иван Иванович, молодец, изобрел там, вот тебе грамота за сенокосилку эту, вот, и гуляй, Вася. А нужно их внедрять в серийный выпуск, предлагать государственным предприятиям, частным, что вот, ребята, вот ноу-хау, экономично и более плодотворно работает вот эта сенокосилка, чем предыдущая. Вот.